Сборная команда «Канаиста» в этом году разделилась, и в Мозыре под руководством Константина Вячеславовича Щербака готовится молодежная сборная команда и два представителя главной национальной дружины. Наш земляк, пятикратный чемпион мира Дмитрий Рябченко и Максим Красько. Еще выделим Григория Майсюка, тоже мазырянина, который в минувшем сезоне стал чемпионом Европы и бронзовым призером планетарного первенства среди юниоров. А в общем, все «Канаисты» национальной команды имеют отличные перспективы и заслуживают самых добрых слов. Во-первых, отдыхали сентябрь. Сейчас приехали первый тот учебно-тренировочный сбор. Втягиваемся потихонечку, начинаем работать. Приводим в порядок техническое исполнение. Начинаем потихоньку работать в тренажерном зале. Короче, готовимся к хорошей работе уже на ноябрьском сборе. Нет сомнений, что уже сейчас, на начальном этапе подготовки, тренер думает о соревновательном сезоне, строит планы на будущее, мечтает о завоевании наград самых престижных международных турниров. Это как минимум завоевание двух медалей на Европе молодежной и на чемпионате мира хотя бы одну медаль я планирую привезти. В конце этой недели наши лучшие белорусские гребцы уезжают на первый зарубежный сбор в Приднестровье. Но еще до отъезда мы посетим тренировку женской сборной каноэ и узнаем, с каким настроением встретили новый сезон 2017-2018 подопечные Павла Игоревича Мудрагеля, наставника лучших представительниц отечественного каноэ.